На очередном заседании Совета депутатов городского округа Воскресенск утвержден порядок взаимодействия органов местного самоуправления с организаторами волонтерской деятельности и добровольческими организациями. Еще один проект решения коснулся малоимущих граждан. Мы предлагали льготируемых 10 соток прописать как освобождение от налогообложения одного земельного участка, вне зависимости от размера. Но поступили вопросы. Мы проработали эту тему и предлагаем сделать, что вот не 10 соток льготируются, а 30, поскольку 10 это актуально для города, а для района 10 соток это мало. Для данной категории людей все-таки как-то вот 10, ну нет, у них там больше земельные участки, с тем, чтобы вот, ну, не ущемить данных людей почетных. Внесены изменения в решение Совета депутатов о земельном налоге. Новая редакция предлагает для льготных категорий граждан, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан и ряда других ввести налоговые послабления на земельные участки, которые не используются для коммерческой деятельности. Предлагается проект решения Совета депутатов, в котором предлагается установить на 2021 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих на территории городского округа, малоимущими и представления им по договорам социального найма, жилых помещений, муниципального жилищного фонда. Размер предлагается определить в сумме 3641 рубль в соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Московской области. Проект решения обсуждался на комиссии, замечаний не поступило. За границами повестки осталась дискуссия о налоговых льготах для предпринимателей. Депутаты считают, продуктивность диалога власти с бизнесом можно повысить. Принято решение об установлении границ территории для осуществления деятельности организации правоохранительной направленности. Комиссия по предпринимательству избрала нового председателя. Им стал Сергей Матвиенко. Это было закреплено решением Совета депутатов. В разделе «Разное» с предложением о создании казачьего культурного центра выступил новый атаман Василий Лечкин. Инициатива встречена позитивно. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости «Искровект».